Левая фара Mazda 6, кузов GG, первое поколение. Такая вот левая фара есть у меня в наличии. Сейчас я более детально эту фару покажу, в каком она у меня состоянии. А потом уже дело за вами. Если понравится, можете взять. Находимся мы в Астане, по улице Асмодьяра Кенджи на 5-5, магазин автозапчастей Audi Mart. Если хотите, я готов отправить в любой город Казахстана. Отправляю я обычно по Индрайверу через легковые машины. В общем, эту фару я привез из Дубая, с Эмиратов. Я там в Эмиратах покупаю целиком машины. Там же я их разбираю. Все это сюда в Астану привожу. Так. Касательно фары, то посмотрите, какой-либо. Сейчас будем смотреть, есть ли какие-нибудь трещины по фарам или нету. Так, я вам только что показал лицевую сторону. По лицевой стороне каких-либо трещин мы не обнаружили. Поэтому давайте теперь еще и нижнюю сторону посмотрим. Верхнюю сторону тоже посмотрели только что. Я вам все это более детально показал. Так, ну в принципе вот здесь я более детально я вам показал вот эту лицевую сторону. В таком состоянии это фара на Mazda 6. Так, касательно лампочек, то все фары у нас без лампочек, здесь лампочек тоже нету. Вот здесь, посмотрите, крепление. Крепление здесь вон стоят, как можете сами видеть. Вот это есть вот трещина маленькая, да? Да, здесь вот она идет как крепление или как что. Вот, в общем, здесь трещина есть. Так, сейчас я эту фару переверну. Вот здесь у нас 1, 2, 3, 4. Потом с этой стороны 1, 2, 3 штекер на соединение. В общем, такая вот левая фара есть у меня в наличии на Mazda 6.